видите, у нас падение очень неприятное. Да, это Сергей Белокрылин, он, кстати, выступает на электробайке. И что немаловажно. А вот тут я попал в царство стиля к ребятам из Box 39 и увидел, конечно, нереального качества конструкции стоят, просто с безумным вниманием к деталям. Это очень красиво и очень качественно. Так, занесла меня нелегкая, в общем, опять к этому прототипу. Я к парням подхожу, говорю, а дайте посидеть и порулить. И, блин, а залазить-то сюда каким образом? Как они сюда лезут-то? Да еще сложнее, чем в Марусю. Тут же при этом еще и успевать надо снимать каким-то образом. Ну, в общем, сильно культурно залезть не получается. Блин, в смысле? Я что-то не так сделал, по-моему. Это как-то не так работает. Ребят, простите, я тут немного хозяйничаю в вашем кокпите. Я всегда считал, что я в целом гонщик небольшой и везде помещаюсь. Как же я ошибался! Не закрывайте! Ну, посадка здесь такая, полулежачая, 24 часа как-никак нужно ехать, поэтому удобно должно быть. А вот это вот мне нравится, дринк, и причем они вроде бы как разные, напитки здесь доступны, можно выбирать, наверное. Апероль, пожалуйста, вот. Так, ну, короче, челлендж номер 2 на сегодня. Вы поняли, да? Нет ощущения, что я могу снимать и залазить. Да, это абсолютная правда, поэтому следующая сторис отсюда. И тут я понял, что я чем-то не тем по жизни занимаюсь. Вот на чем надо ездить-то, вы посмотрите, просто. Да я тут царь выставки в моменте. Ха-ха-ха, завестись бы сейчас и вперед поехать. Обратите внимание на подрулевые лепестки, это не переключение передач. Вот коробка. Здесь управляются стабилизаторы, а здесь блокировка межосевая. Причем в ходу, видимо, можно подключать и выключать. Вот бы попробовать. А сейчас появляется его величество микрофон. Здесь у нас его величество, всея комментатор всего дрифта всея Руси, Евгений Флай. Что? И мы начинаем. Что? Там цыгане возмущаются. Что? Нет. Ссылка по свадьбе. Короче, доигрался я. Вот. Да, говорят, садись сюда, вот тебе шлем и ружье. Едем на Урале. Вот не делай так, как ты хочешь. Нет, так не будет. Я просто еду и стреляю по зрителям. Все. Они там про безопасность что-то говорят. От мороза, говорят, сейчас всех порвем. Эти говорят, мы вас порвем. Почему я на это согласился? Ужас. Жесть, не важно, что происходит. Вот здесь, я понимаю. Потому что вот эти парни. Правильно.